Всем еще раз огромный привет. Я очень рада, что мы здесь все с вами собрались. Вот такой торжественный день. Это очень важный день для нас, потому что мы еще новички в этой сфере, мы еще, на самом деле, молодые. Вот. Мы одни из самых молодых участников проекта «Свой Вальха». Меня зовут Зарина. Очень приятно со всеми познакомиться. Мне 18 лет, и я в этом проекте уже 5 месяцев. За 5 месяцев мне удалось заработать, угадайте, сколько? Миллион. Я заработала миллион, я могу уверенно сказать, что да, этот проект именно для меня и именно для вас. Не бойтесь, развивайтесь, ведь у меня получилось, обязательно у вас тоже получится. Меня зовут Максим, я тоже участник этого проекта с февраля месяца. На данный момент моя квалификация составляет уровень А7. Давайте поговорим о том, как вообще мы зашли в проект, как мы узнали про него. Начну еще с детства. В 14 лет я начала работать промоутером. Я раздавала листовки. Да, это обычная работа для подростка. Я думаю, что у многих ваших детей, знакомых, возможно, все работают на листовках. В 16 лет я пошла работать в компанию, которая занималась продвижением продукции IT. И в этом направлении я развивалась год, и спустя какое-то время меня поставили на должность руководителя. Да, я проработала руководителем в этой компании ровно год, собрала крутую команду, зарабатывала свои там первые 100 тысяч, первые 200 тысяч и ушла. По причине того, что я не хотела работать в найме, не хотела работать на какого-то дядю, не хотела получать штрафы, хотела развивать свой бизнес и строить все сама. Вот. Макс, расскажи, как у тебя? Вообще похлопайте те, у кого до этого, секунду, у кого до этого не было никакого опыта продажи.